Всем большой привет! Сегодня мы будем делать пирог пятиминутку и утилизировать на этот раз хлеб. Не совсем черствый, но уже не первой свежести. И пойдемте я вам покажу, куда его можно будет сплавить. Нам понадобится совсем немного ингредиентов. Это, естественно, хлеб, сметана, сыр и яйца. Складываем хлеб в смазанный маслом противень. Сверху кладем кусочки сыра. Количество сыра на ваше усмотрение. Далее смешаем сметану и яйца. Опа! Добавим соли по вкусу. И полученную смесь также отправляем в противень. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов печь до момента, пока поверхность не зарумянится. Незадолго до того, когда пирог будет полностью готов, можно посыпать свежей зеленью. Вот какая красотень у нас получилась. Давайте же скорее пробовать. Очень вкусно, очень нежно и, главное, быстро. Спасибо, что заглянули на мой канал. Встретимся в следующих видео. Пока! И про лайки не забудьте!